24 апреля, в канун Дня чувашского языка, пройдет образовательная акция «Всечувашский диктант». Проверить свои знания можно будет на нескольких площадках: ЧГПУ имени Яковлева, ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарский колледж имени Никольского. Одновременно трансляция диктанта будет проходить по Национальному радио Чуваши и Таван радио. Подведение итогов акции состоится в середине мая, а уже сейчас объявлен конкурс на лучший текст для всечувашского диктанта. Он должен быть посвящен году матери и отца. Его можно написать самостоятельно или выбрать отрывок из произведения. Отправить варианты можно до 8 апреля по адресам, указанным.